В истории сам матч Европа-США, да, он впервые. Проведение тоже на высшем уровне, как и проводились у нас старые европейские игры, да, тоже все прекрасно. Я планировал прыгать по квалификационному нормативу на Олимпийские игры. Вот была цель. Я ее выполнил. Притом я был уверен, что если по квалификации прыгнуть, я выиграю. Все, это произошло, и я доволен. Самое главное — пройти финал, а там будет как будет, ничего не известно. Это прыжки в высоту. Каждый человек готовится по-своему. У нас никто не готовится по-общему. У каждого кто-то скоростной, кто-то силовой. И потом посмотрим, кто как будет в какой форме.